полотна, я решила чуть-чуть обновить кончики волос и решила сделать себе такую прическу-минутку, стрижку-минутку, вернее. Вот так вот я зачесала волосы на лбу, все полностью, они у меня такие влажные, я только что помылась. Вот сейчас возьму у меня профессиональные ножницы Мерц для парикмахеров, и вот сейчас отстригу кучу. Вот такой вот наборчик я покупала на Валберисе для стрижки, также он есть и на Алиэкспрессе. И вот сейчас я хочу вот это для челки насадочка, выровнять волосы, чтобы отстричь. Я вот эту насадочку, и вот так по ровной линии. Отрезаю, еще есть профессиональные ножницы тоже от Мерца перерожные, еще чуть-чуть профилирую, чтобы не было такого грубого прерывания. Движениями я стригу чуть-чуть вот так и вот так вот волосы. Ну что, теперь снимаю резиночку и смотрим результат на мокрые. Ну, на мокрые не сильно, да, понятно? Поэтому волосы высушу и покажу. Ну, девчонки, вот такой результат получился. Смотрите, очень даже прикольно, такая челочка объемная получилась. Я ее уложила вовнутрь, и по всей голове такая лесенка. Но знаете, что я поняла одно? Что когда хвостик делаешь здесь, больше вот этой части лесенки образуется. Я как бы хотела по всей голове, вот сзади такой сильной нет. Поэтому прикольный лайфхак, и очень даже красивый, такой объемный.